Меня зовут Иэн Макдональд. Я CEO и основатель SkillPages. SkillPages — это социальное приложение для поиска людей с полезными навыками. На SkillPages можно найти людей, которые обладают нужными вам навыками. Например, плотника, сантехника, программиста или дизайнера. Можно узнать, кто они, чем занимаются, можно посмотреть примеры их работ, видео и фото. Можно узнать, как вы с ними связаны в реальной жизни. Главное в бизнесе — это люди. Совершенно необходимо найти самых лучших профессионалов. Это моя главная задача. И резюме в этом не помощник. Нельзя судить о человеке по резюме. Люди тратят годы на образование, получают уникальный опыт на тех работах, которые они делают. И невозможно все это выразить на двух листках бумаги. И работодателю тоже очень сложно решить на основании такой бумажки, нужен ему человек или нет, поможет ли он компании. Это проблема. Это та составляющая рынка труда, которая не дает ему развиваться. Может быть, в вашей компании хочет работать программист, который не учился в Гарварде, но сам научился необходимым навыкам на высоком уровне. Основываясь только на резюме, любой кадровик забракует такого человека, потому что нет опыта работы и образования. Но если он правда умеет то, что умеет, то примеры его работ и мнение его бывших коллег на это укажет. И к таким вещам необходимо прислушиваться. Мой идеал — меритократия, когда люди занимаются тем, чем они хотят и умеют заниматься, и занимают посты исключительно на основании своих навыков. У меня составилось представление о том, куда движется рынок труда. Есть два основных тренда. Во-первых, это индивидуализация труда. 10 лет назад люди работали на компанию и делали карьеру внутри компании. Сейчас люди работают на себя. Даже если они занимают должность в компании, архитекторы, например, они все равно думают. Я работаю в компании, но это я делаю дизайн домов. Это мое портфолио. Люди работают в компаниях, но они все равно работают на себя. Этот тренд мы наблюдаем давно. И все больше людей работают на проектах, переходят из компании в компанию. Это не изменится. В США уже 22 миллиона человек работают именно так. Второй большой тренд — люди работают над тем, что им нравится. Часто бывает так, что человек днем работает на ресепшене или в банке, но много времени тратит на фотографию или преподавание йоги. Чего сейчас многие пытаются сделать, это начать зарабатывать деньги тем, что им нравится. И это очень здорово. Потому что если мне нужны уроки йоги, то часто получается так, что на соседней улице есть человек, который готов мне их дать. Но сейчас нам сложно найти друг друга. Сложно делать свой сайт на WordPress и продвигать его потом в Google. А с помощью социальных сайтов можно создать более эффективный рынок труда. Рынок, где люди смогут работать на себя. Работать над тем, что им нравится. И для тех, кому это нужно. План Б на сайте rbk.ru.